Так, и начинается первый бой между Ичкери и Рамзесом на лагуне. И это у нас лига под номером 9. Видим, здесь баг происходит. Якобы Лотос, где-то какой-то герой есть. Не знаю, с чем это связано. Захотели разработчики поместить сюда героя. Так, Пехда достается Ичкерии. Ну и Рамзес. А, он Глашником. Я думал, он все-таки Юсу выбрал. Глашником просто играет, да? Такие вот дела. Давайте Ичкерии быстренько цвет поменяем. Забегает Рамик у Рамзеса вдаль. Видимо, вот сюда. Очень хорошее место здесь строит. Норочку с заниманием еще бункера этого, просто мечта. Но немножко не так строят, надо поглубже, ближе, чтобы все-таки бункер обстреливал здесь всю местность. Разворачивается дозер, не хочет рисковать, видать. У нас слышится еще лишняя музычка. Подрыва видим. Так, куча пехоты в первом аутпосте. Так, Ичкери играет в такую тактику. Набиваем сразу пост полный и вперед. Очень хорошо, если получится завод разгромить, тогда эта тактика оправдается. А если вот ловит тебя где-то, то это что-то не очень хорошо. Через самый край поехал, чтобы никто не заметил. Так, возможно, Рамзес понимает, кто против него выпал. Слишком много бункерится. И смотрите, как наезжает на мины. Только что достроившийся бункер. Ну, вообще, повезло Ичкерии. Ракет на скорпионов нету, поэтому этот скорпион быстренько сливается. Ох, никак не защищен у нас завод. Два ракетчика не успеют сюда подойти. О, еще. Радар, конечно же. Радар против АОшки, это мощь. И GG пишет Рамзес сразу же. Да, понимаешь, у него здесь нету шансов. И еще становится 1-0. Вот так вот быстро игра первая сыграна. Нас разгромили. Девять тысяч и денег больше собирает у нас Ичкери. Так, заметил, здесь небольшой косячок. Подправим. ТД выбирает у нас карту Рамзес. Играет на рандоме. Посмотрим, кто у кого выпадет. Танк против Чины. Ну, у Рамзеса есть немного все-таки преимущество. Снова глюк с радаром. Какой-то там герой потерялся. Зарыли в землю Лотоса. Ну, посмотрим, какого Лотоса. Кого Лотоса, Рамзеса или Ичкерии? Чей же Лотос здесь валяется? Так, танк у нас Рамзес выдвигает барак. Это в Чине было бы на пользу еще этих танкхантеров иметь. И с выходом в Ликсы очень даже неплохо против танка бы было. Немножко погонять зайца, как говорится.
кто выходит, кто выходит. Ой, как-то далеко ставят супла, мне кажется. Можно же сюда ставить, разве нет? Или буду тут ставить игроки. Так, у нас какие-то лаги происходят. Тормоза, тормоза. И... Нет, все, ожили. Кстати, Ичкерри тоже на рандоме цвет выбирал, но снова желтый попался, не знаю. Как вот вообще рандом полный работает насчет цвета и насчет генералов. Да и насчет позиций. До сих пор есть много мнений насчет позиций. О, перехватил. Прихватил ловушку на себя в роли лотоса на мини-карте, помечена она таким вот значком. И наезжает. Нет. Спасает Рамзес своего. Останавливаться, а хотя все равно обнаружит. По-любому теряет этот аутпост. Ох, Гаттл сюда заезжает, конечно, красиво, но уже и назад дороги нету, и вперед он тоже не проедет. Радар уже тут, на радаре показывается уже тут какой-то лотс. Ну, блин. Что это за баг такой веселый с мини-картой, я не знаю. Кстати, танк идет в ликсы, что довольно может стать сюрпризом для Ичкерии. В центр шастают дракон и... В роли ракет, в роли огня вот этот значок выступает на мини-карте. Получается же подальше отойти, а тут реактор взорвет твоего дракона. Да-да-да-да-да, только он может не успеть. Нет, успевает. Все равно близко. Но спасает, тем не менее спасает. И теперь может еще завод забрать. Да, здесь минирует танк Хантера. Батлмастера, танк Хантера. Ну, Гаттл возвращается, не успевает все-таки завод сжечься. По-моему, он даже и не притронулся к нему. Однако дракон на базе Рамзеса. Теперь вот такие вот дела. Только что были готовы танхантеры. То есть бункер был готов для танхантеров. Теперь Феликс может стрелять. Еще один дракон есть у Ичкерри. Очень даже, кстати, был бы. Но он остановился. Так бы, может быть, что и подпортил здесь. Успевает Лотос выйти, а то бы сейчас подорвали ее. Очень много тут готлов, надо срочно отступать, но... Раненый Ликс уже не успевает так быстро лететь. Неповоротлив он. Ох, если сейчас в центр Ичкерри в ближайшее время выйдет, в экономик, то это точно GG будет. Уже мигами балуется у нас Рамзесик. Лотос застыла надолго. Вышка только захотела, все, возвращается. А куда она так хочет, интересно? А, дракона отключить, да-да-да. Было бы неплохо дракона отключить.
сможет, не сможет завалить его уже. Реактор все равно... Или... Подождите. Или есть шанс на выживание реактора? Да, выживает реактор снова на минимальном ХП, но суплай теряется. Мигом надо срочно куда-нибудь улететь. Даль. Ну, сюда же. И ни в коем случае не садись обратно. С контроль. Рамзес, контроль, миг. Нет, не контролит и потеряет его. Просто так дарит один юнит, хотя мог его спокойно спасти. Какой поворот? Рамзес в центр сам идет. Готлы даже эту тему не замечают. Еще захватывают вышечку. Ох, сейчас сюда засядут ракетчики в домик. Да. Даже двое. Все правильно делает у нас. Ичкерия и лупит по экономике. Лотос может быть что-то натворит. Нет. Обнаруживает, видит это Ичкерия. Скорее всего, с контролем все-таки, если будет захват зданий. Продаст, успеет. Не смог еще стрельнуть, чтобы гад забрать. Да, успевает продать. Однако Рамзес не сдается, еще силы сражаться до последнего. Сука, конечно, можно уже было продать. Ой, дозер сейчас потеряет, и нет, достраивается, успевает завод строиться. Ну что он имеет? Только один завод против... Ух. Да, уже в центре, вот видим, Ичкерия устроился. Все очень хорошо, у него 7000 флуата и 2000 есть стабильный у Рамзеса. Одна вышка уничтожена. Так, огонь уже перестал на этот баг действовать. Так, только драконы сейчас зажигают. Ах, зажигается и дракон, то есть погибает. Да, из домика так спокойненько бьет по суплаю. Так, Рамзесу вновь можем уже сдаваться. Заблокировали ему завод. И пишет GG. Взаимно отвечает Ичкерия. И еще становится 2-0. Нас разгромили. Рамзеса разгромили. Тысячи зарабатывают игроки. Глянем на третью карту, какая она будет. Yeah.
Каньон выбирает карту, отлично. Большая такая карта, по идее. Так, у нас счет 2-0. Ичкерия впереди, Рамзес позади. Выбирает Рамзес здесь уже Юсу. Также Юсу выбирает Ичкерия. Так, США на США. Ичкерия против Рамзеса. Финальный бой. Давайте попробуем. Болеем за Рамзеса. Пусть он возьмет хотя бы одно очко в этой игре, в этой встрече. Реактор барак, суплай. Еще не начал строить суплай Рамзес, немного запаздывает. Посмотрите, когда он будет построен. И только 60%, да? Военный завод видим уже от Ичкерии. Дроп видим. Основа этих пехотинцев. Нравится Рамзесу такая тактика на этой карте. Дропаешь по вышкам и еще куда-нибудь. Либо вообще отправляешь на защиту своего суплая. А что, пусть тут собирает. Так, приезжает дроп от Ичкерии. Отключает полностью экономику. Успеть? Нет, 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 нет. Может потерять. Да, потеряет, скорее всего, Рамзес своего чинука. Собственно, это и случилось. Еще поехал-то вниз. Проведать, как, да что тут. Здесь будет идти захват. Да, захват уже выучился. Здесь тоже уже готов. На двух вышках будет выживать. Застыл, застыл у нас Рамзес. Ничего не делает своим хаммером и войск. Кошмар, кошмар, кошмар. Ичкерия забывает своего чинука спасти, однако улетает от ракет. Так, тут, по-моему, медичка лучше всего подавить всех. Ой, только-только начал вышки еще захватывать. Ну, еще дозер один есть. На одном бараке можно этот хаммер все-таки разобрать. Лазерлок, главное, вовремя навести. Давай, 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 лазерлок делай. Нет, объезжает у нас Ичкерия. Максимально аккуратно. И возвращает дозера. Ой-ой-ой. Мдесников срочно делай, Рамзесик. Не видим Мдесников новеньких. И теряет вот так простенько свой хаммер Ичкерии. Оба игрока играют в один суплай. Да, пока в один суплай здесь. Что-то непонятное готовится. А, просто прилетел. Спасается Рамзес просто на соплях. И уже четверка. Фантастическая четверка едет. Покорять земли этого каньона. Быстренький залп и суплай может не стать.
Дишка еще приезжает со стороны Чкери. О, кстати, дропает. Смотрите-ка как. Но Хами все-таки успевает. Лазерлок бы раньше надо было делать. Так бы хоть что-нибудь стрельнул, а так вообще нифига не стрельнул. Захватывает завод, представляете? Какое чудо происходит. Вдали делается барак. Эх, продается здесь завод, хотя мог бы его здесь тоже попрессовать. Да, надо было вот эти штучки еще захватывать, уже был по одному хаммеру. О, Фрамзес еще тут шанс был, надо было как-то максимально им было воспользоваться. Наоборот, здесь завод продать. Чинуком приехать, забрать дозер и обратно отвезти. И сдается Рамзес, и еще становится 3-0 в пользу Ичкерии. тысяч Ичкерии зарабатывает, и за всю эту игру 9 тысяч всего лишь собирает Рамзес.